Дикая Роза возвращается. Как теперь живут Роза и Рикардо? Недавно было объявлено, что популярные мексиканские и бразильские сериалы снова будут показаны на ТВ. В 1994 году каждый был заинтересован в отношениях мексиканских героев. Дети и взрослые регулярно собирались у телевизора. Напомню, что сериал «Дикая Роза» рассказывал о жизни наследника богатой семьи, который вначале решает жениться на бедной простушке, чтобы раздражать своих сестер, а потом по-настоящему влюбляется в нее. Что же стало с героями этой культовой мексиканской истории? Вероника Кастро. В сериале актриса сыграла главную героиню, 18-летнюю Розу Гарсию. К слову, сериалы «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» прославили артистку во многих странах. В конце лета 2010 года она посетила Москву для участия в программе «Минута славы» как член жюри. Ей уже 71 год. В 2019 Вероника перестала играть. Теперь посвящает время своим сыновьям. Гильермо Капетилья. Актер сыграл в сериале, когда уже был достаточно известным. В 2008 году он начал карьеру тореадора и принимал участие в боях с быками. С 2015 года он не появляется в кино. 65-летний актер уже более 15 лет счастлив во втором браке с моделью. Однако детей у них пока нет. От первого брака у Гильермо есть сын.